Всем доброго времени суток, с вами эксперт по цифровой технике Алена. И мы продолжаем серию обзоров на умные гаджеты от компании Xiaomi. И сегодня у нас умный чайник. Зачем ему Bluetooth, разберемся в сегодняшнем обзоре. Умный чайник от Xiaomi выпускается только в белом цвете. Ручка удобная, которая составляет около 3/4 высоты всего чайника. В верхней ее части находится привычная кнопка открытия крышки с довольно большим ходом. В нижней же части, на внутренней стороне, находятся две сенсорные кнопки управления – кипячение и поддержание температуры. Также в нижней части ручки находится логотип Bluetooth. Для измерения уровня жидкости внутри на корпусе есть три риски, обозначающие минимальный – 0,5 литра, максимальный – 1,5 литра и средний – 1 литр уровня воды. А теперь перейдем к интересной и, возможно, противоречивой части нашего обзора, а именно приложению для управления нашим чайником Mi Home. Скачать приложение можно несколькими способами. Самое простое и очевидное – это открыть магазин приложений, ввести в строку поиска Mi Home и установить, либо отсканировать QR-код прямо с чайника. Соглашаемся с условиями использования программного обеспечения и готово. Время закипания чайника составляет всего 5 минут. Благодаря энергоемкому нагревательному элементу мощностью 1800 Вт, расположенному на дне, вода равномерно и тщательно нагревается снизу вверх. А патентованная конструкция разъема питания обеспечивает защиту от поражения электрическим током и полностью безопасна. Даже если вы случайно пролили воду на разъем питания, это не приведет к короткому замыканию. Чайник также оснащен защитой от холостого нагрева. Если в чайнике нет воды, он автоматически отключится. Также чайник оснащен двухступенчатым амортизатором крышки. После нажатия кнопки крышка чайника плавно откроется под углом 45 градусов, предотвращая разбрызгивание капель горячей воды. Максимальный угол открытия крышки составляет 80 градусов, что позволяет без труда очищать чайник и наливать воду. Умный чайник – это действительно интересно, а главное – удобно, ведь нагревом вы можете управлять прямо со смартфона. Ну а по цене данное устройство не дороже, чем обычный чайник, но выбор, как всегда, за вами. Ну а купить данное устройство вы можете на нашем сайте knowhow.rf, где вы сможете сделать заказ данного товара. Также приходите в наши розничные магазины Knowhow, где вы сможете поговорить с экспертом, который расскажет вам, как пользоваться устройством, настроит его и оформит вам нашу бонусную карту Knowhow. Ну а на сегодня все. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.